Икинчи күні харби, харбір қысымға өзім бару шашама. Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев 2 февраля назначил своего свата Батыра Турсунова первым заместителем председателя службы государственной безопасности. Об этом пишет CentralAsian.org. В декабре 2018 года Мирзияев своим приказом уволил ряд высокопоставленных сотрудников из силовых структур, после чего на одну из стратегических должностей и был назначен Турсунов. Ранее при президенте Каримове Турсунов возглавлял управление по борьбе с терроризмом МВД Узбекистана. По словам источника в Министерстве внутренних дел Узбекистана, в отношении уволенных высокопоставленных чиновников Службы государственной безопасности СГБ возбуждены уголовные дела о коррупции. Отметим, что для стран Центральной Азии назначение диктатором своих родственников на высокие посты в структурах режима является обычной практикой. Ранее, в 2017 году, в СМИ появилась информация о назначении старшего зятя Мирзияева, Ойбека Турсунова, на должность заместителя главы администрации президента, а младший зять, Атабек Шаханов, был назначен заместителем начальника службы безопасности президента.